креатива. Сегодня снова я вам покажу мои последние работы. Это старая коробочка, но будут еще вот две новые. Коробочка, как видите, с рукой очень большая. Все коробки размером 34 на 24 и высотой 23 сантиметра. Это очень большие коробки для хранения памятных вещей, рисунков ребенка. Коробка большая, потому что действительно есть очень много вещей, которые можно хранить. И вот смотрите, моему старшему ребенку 5 лет. И здесь я складываю все его рисуночки, его одежду. Здесь даже поместился его первый альбом, его всякие такие вот поделочки, там диски. Здесь вот у меня бутылочка. Я буду собирать зубики его сюда. Ну, не знаю, сколько зубиков, еще подумаю. Здесь в бумажечке волосики состриженные. Как видите, коробочка большая, очень вместительная. Мне кажется, это очень-очень нужная вещь, потому что вот, ну, жалко выбрасывать рисунки, все жалко выбрасывать вещи, а особого такого места для хранения, ну, просто нет. Вот такая коробочка, она и красивая, эстетично. Вот это такое пятнышко, ну, это уже в процессе коробки уже года 2-3. Дети повымазывали. Я ее теперь прячу повыше немножечко. Специальные металлические уголки для защиты все-таки, чтобы дно не выпало, чтобы уголки не счесывались. Очень красивый металлический замочек. Да, конечно же, по материалам эта коробка абсолютно не дешевая. Все мягенькое такое, верхушечка очень мягенькая. Здесь и чипборд даже есть. И сейчас покажу еще остальные. Вот эту вот коробочку я закончила буквально только что. Это будет для моего младшего сына. Ему уже 2 года, наконец-то я ее сделала, очень долго собиралась. Здесь уже я усовершенствовала некоторые недочеты, которые были в той коробке. Давайте покажу поближе декор на обложке. Здесь бумага Maya Design, чипборд от фабрики декора, немного бисера. Оно все движется немножечко. Металлический замочек, тут уже видите такие братские, совсем другие, достаточно интересные, с эмалевым покрытием, такие же вот здесь вот внизу, такое вот кружево торчащее, оно подходит вот под это кружевце, вот, здесь вот у нас лошадка объемная, и внутрь я уже положила его человечек маленький, который он носил, который я очень-очень любила. У нас была новогодняя фотосессия в этом человечке. Внутри она тканевая, но здесь уже стеночки потолще. Если в той коробке стенки были 1,5 миллиметра, здесь уже я купила картон, нашла по 3 миллиметра толщиной. Это вообще огромная толщина, но из-за этого коробка очень прочная, она плотная, и я ее укрепила. В общем, я довольна результатом. Да, кстати, сбоку здесь тоже вензелечки. И моя третья коробочка уже была выполнена под заказ. Это мамочка, для которой я делала альбом для Лизы. Поближе покажу обложечку. Здесь вот, видите, есть небольшая фишечка с маленькой ручкой. Чипборд тоже очень такой интересный от фабрики декора. Надпись с эмбоссингом. Это я недавно штампик купила. Сделала эмбоссинг, оттенила его немножечко, чтобы лучше было видно. Тоже так все движется, но в то же время декор очень плоский, чтобы можно было сверху коробочки что-то поставить. Птичка, эмалевые братики, уголочки обязательно. Здесь тоже такая вот лошадка, замочек. Металлические замки, они просто обалденно смотрятся на таких коробочках. И вот откроем, здесь внутри немного по-другому. Здесь все по-девчачьи, посмотрите, очень-очень мягенькие стеночки. Такая вот шебеленточка прикольная. Даже в камеру, боже, она такая большая, вообще не влазит в камеру. Вот, смотрите, какие мягенькие стеночки. Это коробочка «Мамины сокровища», я уже ее показывала на видео. Буквально уже сегодня буду отправлять ей это все добро. Костенки, видите, какие толстые вот по сравнению с пальцем. Почти 5 миллиметров стенка, представляете, какая? Ну, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Если видео нравится, ставьте лайк. Если не нравится, ставьте дизлайк. Спасибо за внимание. Всем пока!